Доброе утро, дорогие друзья! Время без 15:05. Мы ждем такси. Как видите, мы с чемоданами, нас вот Васик провожает. Ой, сенсорные. Ой. Ну что, друзья, мы собрались в дорогу. Немножко поинтригуем вас, куда это мы так собрались в 5 часов утра. Ну, поехали вместе с нами делать большие дела. Поехали. Поехали, скажи. Поехали. Все, мы загрузились в такси. Поехали мы в такси. Сейчас заедем за нашими попутчиками. Вот. Ровно 5. Даже чуть раньше подъехал таксист. Все как договаривались. Да, Осман? Да. Поехали, Дагин. Бай-бай. Бай-бай. Османчик готов лететь. Та-та-та-там. Где мы находимся? Мы находимся в аэропорту. С нами летят наши друзья. Осман завис. Чё задумался? Видишь, сколько у нас чемоданов, да? Все, сдали мы багаж, самые первые, можно сказать. Вот, сейчас. Первый этаж, наверное, да? Да. Вот, и поднимаюсь я наверх на лифте, потому что я с коляской. А наши друзья с Османом пошли наверх. Пойдем искать наш выход. Ну, еще чай надо попить. А, еще надо подниматься, да? Не тогда вышло. А вон Османчик там. Оп. Вот, сейчас будем проходить досмотр еще раз. Привет! Трап. Это трап. Трап, лесенка к самолету. Вон там самолетик наш стоит, видишь? Вон там стоит, белый с синим, как ты хотел. А, ты с красным, с оранжевым. Угу. Видишь? Сели мы с Османом позавтракать. Османчик есть бутерброд, взяли вот такие колбаски. Ай, ветчину из индейки. На стол не клади, кушай. Взяли чаю. Ой, две ночи подряд не спала. Первую ночь Осман ревел до утра вчера. Легли пораньше, так я не смогла уснуть. Встала 3:30, просто полежала. Вот, и не знаю, как сегодня дорогу осилю, вся отекшая. Приятного аппетита, Осман. Друзья, мы ждем посадку. Через 35 минут у нас вылет. Османчик ждет, не дождется. Народу мало. Все спят. Сейчас скоро откроют
наш гейт, выход. Ну, друзья, какие ваши предположения? Куда мы летим? Пишите в комментариях, пока смотрите. Будет интересно узнать. Довольны. Счастье. Ну все, мы пошли на посадку. Капа колонна, ну. Так, коляску надо будет оставить. О. Ты куда полетел? Я летела. Ты куда полетел? ДД. Нет, не к ДД. Не сдавай пока, ладно. Потом это слово выговаривает сейчас. Поинтригуем. Осман, ты куда полетел? Где? На самолете? Да. И Дэдэ опять. Пока-пока. Ты пристегнулся? Да. Вот, вот сюда надо. Давай. Пристегивайся. Все. Вот, молодец. Вот так. Ну что, там самолеты стоят? Да. Все. Через 10 минут взлетаем. Все. Полетели? Полетели. Садись, смотри. Ножки опускай. If you have 3D cross for all wing exits, flight ticket must be inflated on flight cabin. Each ticket has a lamp. Access at bottom must be up on contact with water. The info flight ticket shed on the road deck. Спуск. Ничего не видно.
это город, друзья. Камуфка. Кто знает? Немножко ошиблись. Вот он, город, куда мы прилетели. С мамочкой, не закрывай, пожалуйста. Смотри, какой город. Все, смотри, сейчас приземляется. Смотри, козочка бежит. Смотри, козочка бежит, собачка. Красиво, красиво, красиво. Огромный город, конечно, вообще. Красиво, 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 красиво. Смотри, машина едет. Красиво. Турцию и такой. Путешественники. На, лягушки. Прилетели мы. Ты шоколад. Оп. Взяли коляску. Так. Ну вот, друзья, прилетели мы в город. Та-та-та-там, друзья, мы прилетели в город Адана. Адана? Но это еще не наш последний пункт. Мы едем дальше. Угадайте, куда? Османчик. Два чемодана пришли, один, еще один. Ждем. Осман, ты куда поехал? А? Путешествовать. Да, да, есть. 45 минут. Путешествовать. Путешествовать, да, поехал? Да? О, сколько чемоданов набрали-то. Барин. Спать хочет барин. Вот такой маленький аэропортик.
Вообще маленький аэропорт. Да? Высоко селю. Осман, как дела? Все хорошо? Да. Скажи вот так. Спать хочет. Все. Мы сейчас переходим дорогу. Вышли. И пойдем искать наш автобус. Вот, скорее всего, вот тот. Ага, вон наш автобус. Это автобус от аэропорта. На нем мы будем ехать что-то вроде более часа чуть-чуть. Спать хочет. Спать хочет? Сейчас ляжу. Сейчас, да, если уснет, я его уложу. Нормально все. Двоих вырастет. Ну что, друзья, мы прибыли на место назначения. Сейчас подъедет. Подъедет наш риэлтор, который нам покажет нашу квартирку, где мы будем жить. Здесь машина чья-то стоит. Бассейн есть во дворе. Бас Рикис. Да-да-да, друзья. Приехали мы вот сюда.
Только это не наш бассейн, соседи. А что тут на каждом этаже, оказывается, шторы есть, здесь живут люди, оказывается. Вот, друзья, добрались мы. Как вы поняли по названию торгового центра, мы находимся в городе Мерсин, что в 400 или 500 километров от Анталии. Мы сняли сейчас квартиру на неделю. А зачем мы сюда приехали, мы вам расскажем чуть попозже. Пусть будет немножко загадочное, таинственное, таинственный секрет, интрига. Да, на сегодня мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, напишите комментарии. Всем спасибо, всем пока!